И к дорожным новостям. Маршрутка перевернулась после аварии с БМВ. Один человек в больнице. В Могилеве накануне в центре города на главном перекрестке столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. От удара микроавтобус, в котором находились пассажиры, перевернулся. 6 человек обратились за медицинской помощью. У одного из пассажиров серьезные травмы, в том числе перелом. Водитель легкового автомобиля не пострадал. Все обстоятельства происшествия изучает ГАИ. Как утверждают оба водителя, они двигались оба на зеленый разрешающий сигнал светофора. Но данное обстоятельство будет уточняться. Естественно, на данный момент проводится проверка. Необходимо отметить тот факт, что водитель БМВ имеет стаж водительский 2 месяца. То есть в январе 2016 года он только получил водительское удостоверение. Сейчас дорожная милиция занимается поиском очевидцев происшествия. Изучаются записи с видеорегистраторов, проезжавших мимо машин.